Hi, welcome to my channel Ants to Play. Today we will play Horror Kiss. Так как под прошлым видео вы набрали 50 лайков, то сегодня мы будем проходить эту игру на уровне сложности Easy. Почему не на Medium, а на Easy? Потому что так надо. Но если под этим видео вы наберете еще 50 лайков, то в следующий раз мы поиграем на Medium. Так как под прошлым видео вы не оставили комментарий, в какую карту мне поиграть, сегодня мы будем играть опять в первую карту, но обязательно напишите в комментариях в этот раз, в какую из четырех карт мне поиграть, потому что мне интересно разнообразие и мне интересна отдача от вас, поэтому если вы хотите видеть новое видео, то, пожалуйста, отвечайте на мои вопросы в комментариях, потому что для меня это тоже очень ценно. Будем играть по старой тактике. Ну, то есть мы сначала проверим те места, в которых вроде как были предметы, и вроде как они там должны быть. Вот эта старушечка. Очень интересно было столкнуться с ней прям лицо в лицо, но мне кажется, такое у нас не получится, потому что мы играем... Когда она уйдет? Мне кажется, она меня не уйдет. Даже если вблизи к ней подойти сзади, мне кажется, она все равно не почувствует этого. Ну, все же. Проверяем этот шкафчик. И опа-на, зеленый ключик. Это то, что нам нужно. То есть, скорее всего, все предметы здесь сохраняются. Соответственно, нам нужно просто вспомнить, где находятся какие-либо предметы. Но вроде как нам нужно... Где она? А, это... А, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Приветики. Я тебя давно не видела. Она так интересно бегает. Прям вообще... Тык-дык-тык-дык-тык-дык. Так-так-так-так-так. Все, мы ее обманули. Мы ее оставили там. Сейчас нам нужно открыть какую-то зеленую комнату. Ой, не зеленую комнату. Ну, в общем, комнату, которая находится в нашей комнате. Здесь нам нужно где-то полазить и найти вроде как лом. Если я не ошибаюсь, тут его нет. О, отлично, лом нашли. Теперь нам нужно открыть всего лишь два саркофага. Саркофаг, который находится по лестнице вверх, с молотом. И саркофаг, в котором находятся книги, потому что там находится фрагмент, который нам очень нужен. Тут мы почти что с ней столкнулись. Вот нам нужно наверх. Как нам попасть наверх? Она сейчас очень долго будет подниматься. Она меня не видит вообще. Она даже не понимает, не чувствует, не слышит. Она настолько глуха, что вот просто... Для нее я как ветер в ее доме. Ну, бабусь, ну пожалуйста, ну Грэнь. Отлично, она меня заметила. Давай, 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 спускайся. Мне нужно подняться туда и как можно скорее. Куда я уперлась? Я иду назад и думаю, почему я не могу идти назад. Вот если бы я не повернулась, мне кажется, я бы так и не поняла. Она меня поймала. Ну что ж, бабусь. Бабусь, привет. Что-то опять с моим горлом. Ну, обманка, обманка. Да куда? Ты же должна была развернуться, ко мне пойти. Зачем ты вот так вот разворачиваешься, непонятно. Все, отлично. Вот давай, оставайся там. Меня ты не видела, меня ты не видишь и не увидишь. Все, аливидерчи. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой, она идет сюда. В общем, нам нужно открыть вот этот кофин, гроб, саркофаг, забрать вот этот молот. Мы его не можем забрать пока что, не забыла слово. Она сюда поднимается. Какая прелесть. Интересненько. Так, подождите. Что-то с моим голосом вообще не так. Мне он вообще не нравится. Где же она? Оу, она поднялась. Она меня не видит? Реально? Реально? You are seriously? Короче, она меня увидела, но только тогда, когда я к ней подошла. Выходит, что у нее... Нет, выходит, что она просто слепая, глухая и вообще... Как можно в своем же доме не слышать скрипы? Ну, мне кажется, она просто к этому привыкла. Так-т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 ак. Мне нужно было идти в другом направлении. Бабусь, прости, пожалуйста. Я действую тебе на нервы. Я знаю, что я очень-очень-очень много скреплю полом. Но, пожалуйста, мне нужно найти что-то. 100% в этих горшках что-то должно быть. Я прям помню на все 100%, но я не помню, что именно здесь должно быть. Где она? Ее почему-то нет. Опа-на! Вот это да. Золотой ключик, отлично. Откуда она здесь? Ну, ладно, хорошо, она осталась там. Самое главное, чтобы она сейчас не вылезла отсюда. Ее тут нет, все. Чики-бамбони. Все это просто замечательно. Мне кажется, что игра почти пройдена. Хотя,
Нам же нужно найти 4 фрагмента. А эти 4 фрагмента находятся, во-первых, за серебряной стеной. Ой, стеной, говорю. За серебряным ключом, за золотым ключом. Вот здесь вот фрагмент. Ну, я подумала, что она сейчас за мной где-то идет. Такое хихиканье прям было. Но, кстати, она изредка издает какие-то хихиканье. И когда она начинает за мной бежать, там прям какой-то звук меняется. Ну, прям слышно, что она бежит. Мне нужно найти где-то серебряный ключ. Где он был, к сожалению, вот этого я вообще не помню. От слова совсем. Тут нет. Я просто пока что все поломаю в надежде, что что-то тут откроется. Нет. А где тогда он был? Серебряный ключ. Это очень интересно. Очень интересный экспириенс. Самое главное не... Так, не столкнуться с ней. И здесь тоже ничего нет. Интересно. Где же серебряный ключ? А может быть в этом горшке? Так, ну-ка. Давай и... О, отлично! А подождите, а почему он здесь? Он же в прошлом видео вроде как был в другом месте. А может быть и здесь. Просто у меня память немножечко отшибла. Но все же. Мы его нашли, это уже хорошо. Мы видим ее, куда она идет. Скорее всего, она идет именно сюда. Поэтому нам нужно каким-то образом ее обойти. Немножечко подождать, выждать момента. И выйти. Так, о, все, отлично, ее здесь нет. Так, мы собираем фрагмент. Ой-о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 й. Так, ладно. Самое главное не попасться ей, но мне кажется, на изи ей попасться в лапы вообще просто невозможно. Тут самое главное, это просто как-то аккуратненько прибегать, смотреть по сторонам, чтобы не столкнуться с ней. Но мне кажется, столкнуться с ней это просто нереально. Единственное, мне кажется, не столкнуться реально, если вы выключаете звук. Мы можем открыть эту дверь. А, кстати, интересно будет поиграть в эту игру. Вообще, какие-нибудь хоррор-игры без звука. Ну, то есть, обычно на звук ориентируетесь, а тут бабац и звука нет. Мне кажется, так играть намного сложнее. Мне нужен был вот этот кофин, гроб. Саркофаг, чтобы забрать фрагмент. А то есть все, мне больше, в принципе, лом ни для чего и не нужен. Мне осталось вспомнить, где находятся остальные 2 фрагмента. Один фрагмент находится где-то слева. Там по комнате вперед, вправо-лево, обратно, туда и сюда. И еще один фрагмент находится под книгами, опять же. Ну, мне кажется, что игра действительно интересна. Ну, хотя, в принципе, я не знаю, как вам. Напишите в комментариях, нравится ли вам эта игра и нравится ли вам вообще прохождение этой игры. Но, как по мне, для меня это вообще просто элементарная игра. Игра, которую можно с легкостью пройти. Я нашла фрагмент. Вообще, я такие игры люблю, потому что, ну, они несложные. Просто лично на своем опыте убедилась, что... Мне страшно играть в какие-то прям супер страшные игры, в которых прям все неожиданно. А вот эта вот игра, она такая, как вам сказать-то? Она легкая, графика здесь легкая, все такое простое, обычное. Оу, привет! Старушка такая медленная. Вообще-то на других уровнях сложности, мне кажется, она будет очень даже быстрее. Но об этом мы узнаем вскоре. Потом, но вскоре. Если, конечно же, вы наберете 50 лайков под этим видео. И, кстати, напишите в комментариях, в какую игру мне еще поиграть. Пускай это будет какая-нибудь хоррор-игра, потому что в данный момент я собираюсь немножко переходить на другой формат игр, то есть на хоррор-игры. Я давным-давно уже мечтала поиграть в них, но как-то руки не доходят, потому что очень страшно. Интересно, а мне хочет ее обогнать? О, у меня получилось! Отлично! То есть теперь мы понимаем, что она бежит за нами, но ее обогнать возможно. Нам нужно попасть в комнату, вот куда-то сюда, где лежали книги. Где лежали книги, вроде как они прямо впереди, спереди. Вот здесь вот были книги. Пожалуйста. Да, отлично, мы нашли 4-й, последний, заключительный фрагмент.
теперь самое главное — выйти как-то незаметными. Так-так-так-так-так-так-так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ее почему-то нет. Но вроде как я слышала какие-то хихиканья. Так. И где же ты? А, она сзади. Подождите, она сзади? Она реально была сзади? Что? Ну, в принципе, меня это сейчас не волнует, потому что я уже почти прошла игру, мне осталось добыть только красный ключ вот из-за этого сундучка. Так-так-так-так-так, ларчик. Анимация? А я не помню, кстати, в прошлый раз анимация была или нет. Очень-таки интересно. Я помню... А, кстати, вообще ничего не помню. Мне кажется, вот-вот-вот-вот, самый эпический момент. Мы сможем... Куда? Эй! Как она меня поймала? Мы же в прошлый раз то же самое проделали, у нас получилось. Почему в этот раз не получилось? Что вообще происходит? А, ладно, где она? Мне интересно, вот самое интересное, это где она? Потому что если мы сейчас пойдем туда, а нам надо идти туда, то будет очень-очень-очень-очень интересно. Я слышу какие-то хихиканье. Где она? Вообще ее нет. Что за прелесть? Прелесть? Ты где? Прелесть? О, прелесть! Так, ладно. Сейчас она нам, в принципе, не нужна, потому что мы уже прошли игру. Нам осталось только добежать, а она за нами не успеет угнаться, потому что мы все. Мы прошли игру, поэтому ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось видео. Также не забывайте оставить свой комментарий, ведь вам не сложно, а мне приятно. Всем пока!